Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в мою любимую лотерею. Называется она Кубок Гагарина, КХЛ. Хоккейная лотерея, довольно-таки интересный вариант. И я вам хочу сказать, друзья, довольно-таки неплохо мне везло в данную лотерею, особенно в разделе бонус. Надеюсь, сегодня повезет, чего и вам желаю, друзья. Обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк под данным видео. И давайте будем начинать. Лотерея стоимостью, как видите, 200 рублей, 24 миллиона главный суперприз, 2 игры, бонусная и основная. Стираем здесь вот эти кубки, под ними будут числа. Ищем эти числа здесь. Нашли, под ним будет приз. Все просто и понятно. Минимальный приз 200, есть по 400, по 600, по 1000, по 2000, по 4000, по 20 тысяч, ну и так далее. Два главных приза здесь идут по 24 миллиона. 60% призовой фонд. Друзья, давайте будем начинать. Лотерея очень красивая. И начинаем по традиции с бонуса. Но сегодня что-то бонус у нас без выигрыша, как видите, указано. Так, поехали. Ладно, будем стирать числа. 19, 28, 62, 67. Возможно, и проигрыш будет, друзья. Вот что-то мне подсказывает. И 29, моя интуиция. Я рад бы ошибаться. А сколько, кстати, вы выигрывали в данную лотерею? Напишите в комментариях, не стесняйтесь. Я с удовольствием подискутирую с вами на эту тему. Поехали. Так, 73, 89, 57, а у нас 67, 41, ну, что тут, 46, как-то, кстати, не совсем правильно расположено, 49, 54, 51, 84, 72. Вот вы знаете, какие-то цифры попадаются, да, даже не из нашего диапазона. Так, 58, мимо, 52, 42. Ну, короче, не то пальто все. 53, 23 и последнее число. А последнего у нас и нет, друзья, это и есть последнее. Так, больше тут чисел нет. Вроде бы все стер числа. Давайте еще раз перепроверим и посмотрим более детально. Ну, первый, честно говоря, кубок Гагарина подводит. 19, смотрим. 19, нет. 28, смотрим. 28, 23 есть. 28, нет. Ну, как-то так. 62, смотрим. 62 нет, 67 также нет, 29 тоже нет. Ну, сегодня, друзья, вот такой бывает тоже вариант, проигрышный билетик. Я надеюсь, в следующий раз повезет. Прожмите лайк под данным видео, поддержите канал подпиской. И, собственно, я желаю всем удачи, как обычно на канале Технобар Плюс. Всех обнял.